На днях учащиеся 7-й школы совершили настоящую экскурсию путешествия. Они переместились в древние времена и познакомились с историей, а затем вернулись обратно и окунулись в прекрасный мир творчества. В увлекательном путешествии поучаствовала и наша съемочная группа. Подробности в материале Ларисы Вольновой. Этот день для учащихся 2 класса школы номер 7 был особенно интересным. Ребята посетили историко-культурный центр города Видно и побывали сразу на 2 экскурсиях. Первая из них посвящена российскому флагу. Второклашки еще совсем немного знают об истории России, потому это занятие было для них особо познавательным. Школьники внимательно слушали рассказ экскурсовода, в их числе Дима и Даша. Я узнала, что означают цвета нашего флага, каким он был до этого, как раньше люди заменяли флаг, как это называлось, и еще много нового о нашей стране. Увлекательной эту экскурсию сделали подвижные игры, в ходе которых ребята выполняли военные задачи. Например, каждая команда спасала свой стяг. Вторая экскурсия стала особенно запоминающейся. Учащиеся познакомились с выставкой «Мир глазами земляков», которая готовится традиционно ко дню города Видное. Выставка этого года отличилась рекордным количеством авторов. Более 100 художников и мастеров прикладного искусства представили свои работы. Именно эта выставка пользуется большим интересом у школьников, потому что дети в этом возрасте, они ищут себя, они хотят себе приобрести в своей жизни какое-то хобби, и эта выставка, она помогает им. Яркие сочные краски, пейзажи, портреты. Много внимания уделено живописи. Помимо картинной экспозиции, авторская кукла, витражная роспись, лоскутное шитье, валяние, резьба по дереву, аппликация по ткани. Мы познакомились с интересными работами наших земляков. Мы гордимся, что рядом с нами живут такие замечательные люди, которые могут делать все. Любуясь творческими шедеврами, школьники узнавали известную им технику выполнения. Сами многие ходят в Центр детского творчества «Импульс», в клуб «Энергия» и другие клубы, которые в нашем районе находятся. Вот, поэтому они очень интересуются этими всеми работами, особенно резьбой по дереву, мальчишки, девочки, конечно, вышивка. И куклы у нас есть замечательные, очень интересные. Вот, и авторская кукла. Детям очень интересно, и мы, конечно, рады, что такой вот отзыв наша выставка у них вызывает. Прогуливаться по залу, переполненному красотой творческого воплощения – огромное удовольствие. И совсем не замечаешь грани между работами профессионалов и начинающих мастеров. И эта выставка доставила удовольствие тем, что здесь я очень многое узнала о живописи. Я узнала, какие художники участвовали в выставках, сколько выставок было на этом центре искусства, в этом центре искусства, и в конце концов стиле искусства. Хочется отметить, что дети остались очень довольны посещением выставки и вдохновились на создание собственных шедевров. Лариса Вольнова, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.